2015 году российские ученые обнаружили секретную нацистскую базу в Арктике. В ходе расследования они нашли в бункерах предметы времен Второй мировой войны, которые принадлежали нацистам. Эта база была построена немцами в 1942 году в 1000 километрах от Северного полюса. Земля Александры – остров, принадлежащий России, архипелага земли Франца Иосифа. Он расположен в Баренцевом море. Германия определила ее кодом, который на русский переводится как «охотник за сокровищами». Первоначально она была использована в качестве метеостанции для обмена данными с подводными лодками. Немцы в авральном порядке эвакуировали с земли Александры в июле 44 года. Случилось это отнюдь не по военно-стратегическим причинам. Фашистов подвели их собственные желудки и недостаток бытовых знаний о правилах жизни в Арктике. Эти вояки однажды подстрелили белого медведя и решили полакомиться экзотическим северным блюдом. Однако оккупанты не знали, что эту медвежатину надо обязательно очень долго варить. И в итоге они получили тяжелое желудочное заболевание. Их так скрутило, что пришлось вызывать по рации самолет и срочно вывозить с базы всю команду. Замены эвакуированным быстро найти не успели. Но уже вскоре это стало совсем ни к чему. Шли последние месяцы войны, и нацистской Германии было уже не до Арктики.